1925 году в советской кинематографии был выпущен фильм, посвященный одной из самых славных страниц революционного движения в русском флоте, героическому восстанию моряков в 1905 году. Этот фильм и по теме, и по методам художественного решения был новым словом в мировом киноискусстве. Впервые в основу фильма было положено революционное событие, впервые героем кинокартины стал народ. Рабочее и крестьянское движение и ряд поражений русских войск в русско-японской войне оказали свое влияние на армию. Эта опора царизма заколебалась. В июне 1905 года вспыхнуло восстание на Черноморском флоте на броненосце Потемкин. Броненосец в это время стоял недалеко от Одессы, общая стачка рабочих.
Thank you.
27 июня 1905 года товарищ Ленин писал: «Броненосец Потемкин остался непобежденной территорией революции, и какова бы ни была его судьба, перед нами налицо несомненный и знаменательнейший факт – попытка образования ядра революционной армии. Переход армии на сторону революции запечатлен перед всей Россией и перед всем миром».